Сегодня Государственная Дума России утвердила ряд законопроектов, связанных с непростой ситуацией в стране по коронавирусу. В первую очередь это касается наказания за нарушение карантина. Вот что сказали по этому поводу депутаты Государственной Думы России Алена Аршинова и Леонид Черкесов. В первую очередь сейчас для нас важно выполнять указания органов власти, все предписания, все рекомендации. Мы должны быть дисциплинированы. Мы справимся с этой ситуацией, которая сейчас захлестнула весь мир. Очень важно помогать пожилым людям, не только родственникам, но и соседям, знакомым. Они более всего уязвимые. И, конечно, закон об уголовной ответственности за нарушение карантина – это то, что ждут наши жители, потому что дисциплина превыше всего сейчас. То есть если инфицированный нарушил правила самоизоляции и по неосторожности массово заразил людей – то ему грозит штраф до 1 000 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. А если нарушение привело к смерти человека, то размер штрафа до 2 000 000 рублей, либо лишение свободы до 5 лет. Далее даже возможно заключение до 7 лет, если привело к смерти 2 и более человек. То есть решение мы сегодня принимаем оперативно. Ужесточение – это, конечно же, вынужденная мера. Многие россияне не соблюдают требования безопасности. Если Москву объявили закрытым городом, вот вынужденные меры экстренно приняли те граждане, которые приезжают из-за границы, они не обращаются, не самоизолируются, продолжают заражать окружающих своих близких. А если, зная, что заболел коронавирусом, не соблюдая санитарно-эпидемиологические требования, вот там даже лишение свободы до 7 лет, конечно, это строго, конечно, это жестоко, но это вынужденная мера вот в период эпидемии, которая у нас объявлена в стране, ну и во всем мире.